16 января глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов провел совещание с Координационным советом муниципальных ветеранских организаций. Председатель Координационного совета Михаил Солнцев рассказал о работе организации в прошлом году и ознакомил с планом работы на 2020. В числе приоритетных задач – подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы. Андрей Иванов подчеркнул, что нужно подготовить праздник, который запомнится всем жителям. Чтобы достойно провести мероприятие, связанное с 75-летием Победы, нужно большой, огромный труд. Опять же, оценка всех памятников, которые расположены на территории городского округа, а их больше 100, привести в порядок. Организация мероприятий всех на этих праздниках, на этих памятниках, на захоронениях, на братских могилах, ветераны, школьники. Таким образом, Иван родства не помнящий, чтобы эта фраза ушла вообще из нашего обихода. Мы должны помнить своих предков и отдавать им все почести. Скоро стартует 6-й этап патриотического проекта главы округа «Салют Победе». В этом году он посвящен городу-герою Севастополю. Председатель Совета депутатов Одинцовского городского округа Татьяна Одинцова представила план эстафеты 2020 года, ее новые символы и логотип. Все продумано. Все организовано. И самое главное, что в январе мы успеем подписать трехстороннее соглашение с руководством Власихи, РУЗы. И этот проект Победы, Салют Победы, будет уже в наших соседних территориях размножаться. Вот. Приятно то, что порядка 100 тысяч будет задействовано и детей, и взрослых в рамках этого проекта. То, что проект пройдет по всем поселениям. Вот. Будет очень много интересных мероприятий. И самое главное, будет адресная помощь нашим участникам Великой Отечественной войны в полном объеме, в разных направлениях. Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Лариса Белоусова рассказала о партийном проекте «Помним», который в этом юбилейном году приобрел особое значение. Начальник Одинцовского управления социальной защиты населения Наталья Малашкина отчиталась о работе соцзащиты. Прежде всего, это адресная помощь ветеранам. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».